Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артём Динамик. Продолжаем прохождение StarCraft 2 Сердце Роя. У меня отрубили интернет, но благо без интернета тоже можно играть. Не знаю, будут ли мне засчитываться там ачивки, фигивки, но, блин, фиг с ним, ладно, для вас. Что-то не сделаешь. Итак, зергусики и задание. Надо связаться с Хорнером и Валерианом. Я должна знать, где держат Джима. Окей. Джима. Где он? Его держат на тюремном корабле Морос. Он каждый час перемещается по случайным координатам. Никто не знает, куда он прыгнет в следующий раз. Но он же должен где-то заправляться. Именно. И завтра корабль на 32 минуты остановится у станции Атлас. Оттуда на корабль отправят танкер. После дозаправки Морос опять скроется. Призраки могут проникнуть. Нет. Нам... Вы сделали свою работу. Дальше я справлюсь сама. Будьте осторожны. По сравнению с Моросом, Новый Фолсом — это ясно. Понятно. Понятненько. Так, ну, будем сейчас тюрьму осаждать. Керриган принял решение проникнуть на Морос в одиночку без помощи рейдера Фрейнера. Ее Левиафан находится рядом для боевой поддержки. Окей. Нормально, да? Крейсерочек, да? Который вроде как крейсер. А и Левиафан рядом. Да. Прикольно. Вот опять, почему-то, ну, из-за того, что нет интернета, какие-то потоковые загрузки идут непонятные. Я вообще не понимаю, что близы тут наделали с интернет-соединением. Но благо, что вообще хотя бы можно играть в игру под названием StarCraft 2 в Сердце Роя без подключения к интернету. А то вы же знаете, сейчас последняя тенденция... ПК-игр. Теперь нет подключения к Стиму, Юплею и попке младенца. Ну все, ты не сможешь играть. Станция Атлас. Местное время 10:03. Сенсоры фиксируют вас. Я буду передавать вам тактические данные. Будьте осторожны, Керриган. Мой отец принял все возможные меры, чтобы Рейнера никто не мог освободить. Твой отец не готов ко встрече со мной. Так, у нас есть Керриган. Твоя королева слов. Какого? Новые подсказки, что там? F12, ну... Ладно, давайте посмотрим. Бой. Разумеется. Все падут перед Роем. Я чувствую их страх. Так. О, тут зверьки мои пришли. Минск будет страдать. Да. Это мой мир. Так. Рой под... Тревога! Они развели платформу. Мы идем в обход. Ладно. Что на этот раз? И туда уже прилетело. Отважные воины Доминиона. Этот корабль атакован королевой клинков. Вы знаете, что делать, солдаты? Ну давай уже, скачи. Убить всех до единого. Ну да. Мы адаптируемся. Рой, это я. Они сами напросились. Да. Так, еще. Наша миссия продолжает. Твоя королева слушает. Моя месть свершится. Говори. Хорошо. Разумеется. Всех похилим. Это мой мир. Самое время. Я позабочусь об этом. Все падут перед Роем. Все падут перед Роем. Так. Пошли. Рой, это я. Минкск будет страдать. Минкск, он такой, так. Для нас они подкатили тяжелую артиллерию. Они сами напросились.
Разумеется. Так, ну атакуйте, что вы? Мы адаптируемся. А, и заразитель у меня есть, я даже не видел. Они познают гнев Роя. Керриган, они закрыли главную переборку. Тебе придется разнести ее. Моя месть свершится. Ну давай, Керриган. Я разрушу эту преграду. Рой, защити меня. Подчинение, Микос. Еще тут ребята пришли. Рой ответил на твой зов. Она пытается прорваться к объекту. Остановите ее! Так. Откуда следующая атака? Вступаем в бой! Высылайте подмогу! Ассимиляция завершена! Так. Как вот этот? Следующий у нас будет. Там есть тяжелая техника. Будьте осторожны. Слуги, защитите свою королеву. Так, энергии не хватает. Нам пригодится. Ассимиляция завершена. Так. Все, норм. Менгск будет страдать. Менгск, он такой. Это мой мир. Они познают гнев Роя. Керриган, это Хорнер. Рядом с тобой есть отсек охраны. Там хранится тюремный реестр. Об остальном мы позаботимся, когда Джим будет в безопасности. Я позабочусь об этом. Так, окей, одну забрали, вторая где-то в другом месте. Мы адаптируемся. Для нас нет преград. Разумеется. Керриган, рядом с тобой большой отряд охраны. Если внедрить здесь верофагов, то зараженные тираны сломят вражескую оборону. Тебе виднее. Так. Рой, это я. Керриган? Моя месть свершится. Что указаний? Время пришло. Твоя королева слушает. Наша миссия продолжается. Да. Ассимиляция завершена. Наши союзники вступили в бой. Хорошо, что вступили в бой. Говори. Так. Мы адаптируемся. Разумеется. Менгск будет страдать. Наши союзники вступили в бой. Так, заразите. Наши войска атакованы. Поможем, Керриган. Время пришло. Наши союзники вступили в бой. Наши войска атакованы. Так. Спасти Джима. Наша миссия. Менгск будет страдать. Мы адаптируемся. Зараженные маринусы пошли в бой. Так. Танк, к вам пригодишься. Менгск будет страдать. И пошли потихоньку. Наши союзники вступили в бой. Мы адаптируемся. Для нас нет преград. Так. Что на этот раз?
Они сами ух, напросились. Теперь нас реально... Ликвидатора вызывали? Кого, кого? Ликвидатора? Да, вызывали, но кажется, вы кончились. Ликвидатора. Этого не может быть! Уничтожить стыковочный мост! Отсоединить тюремный отсек! Ты слышал приказ? Стреляй! Отпустим наших бандитов на волю! Так. У нас сейчас будет на время, наверное. Я позабочусь об этом. Наши войска атакованы. Так. Атакуем. Ну. Все падут перед роем. А, ну, хорошо, что я не стал. Не думал, что у тебя хватит глупости сунуться сюда. Теперь из-за тебя погибнут все эти отважные люди. Что он сказал? Эти герои отдадут свои жизни, чтобы раз и навсегда уничтожить безжалостного монстра. Вы с Джеймсом Рейнером будете гореть в аду вместе. Керриган, мы только что видели, как взорвался капитанский мостик. Морос разваливается на части. Ты должна спасти Джима. Времени почти не осталось. Бежим, бежим. Что на этот раз? Нормально нас приехало. Стреляйте, идиоты! Пустите. Так. Говори. Для нас нет преград. Наша миссия продолжается. Разумеется. Тут тоже ничего нет интересного. Все падут перед роем. К черту все! Бежим! Врагов ждет смерть. Куда бежать? Кораблю снес... Ребята, подкоптите их. Самое время. Так. Минкск будет страдать. Довольно. Ломайте ворота. Мой мир. Ломайте ворота. Поручик Голицын. Корнет Оболенский. Ломайте вдвойне. Бегом! Спасательные шлюпки! Скорей, скорей! Это тюремный отсек. Здесь нет спасательных шлюпок. Я не буду сидеть и ждать смерти. Режьте этих свиней! Самое время. Недостаточно энергии. Это мой мир. Так. Был бега, главное не пропустить кое-что. А именно один. Вы что, дураки? Наша миссия продолжается. Так. Время пришло. Самое время. Бежим! Рядом Серги! Пустите нас, ублюдки! Нет, вы умрете здесь. Моя месть свершится. Не, нам сюда, по-моему. Ты стоишь у меня на пути. Наша миссия продолжается. Рой поглотит все. Рой, это да, я правильно понял. Разумеется. Так, забрать. Керриган. Хорнер, я нашла реестр. Понял. Спасибо, Керриган. Все падут перед роем. Реестр у нас полностью, отлично. Для нас собрали. Нет преград. Я чувствую их страх. Собачка, грызите. Это конец! Захватим с собой в ад этих паршивых тварей!
Тюремный корабль разваливается на части. Нужно торопиться. Так. Рой, это я. Так, куда я? А, вот камера. Пусть Левиафан стабилизирует эту часть корабля. Нормально стабилизировал. Готово. Держись, Джин. Я уже рядом. Я должна была спасти тебя. Что ты натворила? То, что должна была. Скажи это Фениксу и миллионам невинных, которых ты уничтожила. Ты поклялся убить королеву клинков. Ты всегда был единственным, кто верил в меня. Веришь ли ты в меня? До сих пор. Ты ёпта. Я люблю тебя. Помни об этом. Все кончено. Он бросил ее. Все, пойдет, напишет в соцсетях. Она сейчас свои слезливые речи там. Жизнь — это боль. А, просто кошмар. А, да, ачивки мне не дали, потому что вне сети играю. Да, обидно. Ладно. Продолжить. Да, жизнь — это боль. Нет ничего страшнее, когда тебя бросил парень, там, я больше никогда не буду любить. Сейчас такие вот в соцсетях у нее появятся. Моя королева, ты не пользуешься всеми доступными способностями. Я не успел, советую еще, дурак. Советую заглянуть в личные покои. Подожди. Джим в медицинском отсеке, но я не думаю, что он захочет говорить. Мне нужно поговорить с тобой, Валерия. Ты ведь понимаешь, что я лечу на Кархал? Да. Ты хочешь убить моего отца? Он давно заслуживает смерти. Я должна знать, на чьей ты стороне. Я со своим народом. Я смирился с тем, что моему отцу нет прощения. Его нужно удалить от власти. Рада, что мы нашли общий язык. Окей, Керриган, где десант? Моя королева, тебя переполняет энергия. Тебе доступны самые мощные способности. Так. Эволюционный отсек. Что там, Абатур скажет? В космосе немного холоднее, чем на Калдире. Но вакуум не проводит тепла. Влажность отсутствует. Другие условия. Так. Подвид роевик готов к улучшению. Обнаружено существо с полезными генами. Позволит роевику порождать летающих саранчидов. Нужно поглотить, получить эссенцию, улучшить рой. Так, давайте посмотрим.
Зерги, зерги, это так прекрасно. Маленький зерг ползет под землей. Вот такая новая, новая хитовая песня для любителей зергов. Пропустил немножко вам загрузки, чтобы вам не было так одиноко и скучно с экраном загрузки. Планета Круксас-3. Новый Вавилон. Эссенция находится на территории Доминиона. Так. Местный вид. Умеет летать. Обладает необходимыми для рывика фрагментами кода. Из гнезда можно получить эссенцию. Позволит рывику порождать летающих саранчидов. А доминионцы станут отличными мишенями. То есть саранчиды будут летающих, не сможет убить наземная техника. Логично. Нам куда? Туда. Войска тиранов преграждают путь. Нужно уничтожить. Да, это не вопрос, это быстренько побежали. Так. Пошли. Пью. Есть эссенция. Получаю генетический код Рейвика. Рани. Новый вид. Вот здесь окопаться. Порождает летающих саранчидов. Начинайте осаду. Окопайтесь тут и уничтожьте ракетную шахту. Давайте вот тут окопаемся. Да, и танк по ним не стреляет. Есть. Бум! Одна шахта разрушена. Вперед! Нужно уничтожить другую. Так. Где вторая-то? Там. Ну пошли. Давайте по широким фронтам. Наземные силы тиранов оказывают сопротивление. Нужно использовать падальщиков. Воздушное превосходство. А, черт, он видит рывиков. Эй. Давай уже уничтожать их. Фу, успел. Так, ступить, конечно. Я думал, они невидимы у меня. Так, ну танки нам уничтожить особо не надо. Отсюда-то и полетят саранчиды наши. Есть. Ракетные шахты уничтожены. Вторжение роя можно продолжать беспрепятственно. Окей. Готовка к новым испытаниям. Так, следующий вид. Планета Игнос. Недавно была убита мать стаи. Стая в опасности. Планета Пигнус. Организм пепельный червь атакует стаю. Так. Быстро передвигается под землей.
неуловимой. Эссенция необходима для усовершенствования Рейвика. Уничтожить. Ладно. Получить генетический код. Так. Это пепельный червь. В атаку! Так. Сейчас будем долго, я чувствую, мучиться. С тем, что он сейчас будет перемещаться, и нам будет его ловить надо. Червь скрылся под планетарной корой. Перебрался в новую точку. Надо преследовать. Так. Вперед, саранчиды! Сейчас опять свалит. Нет, не свалил, слава богу. А лишь одного хватит. Эссенция получена. Внедряю в генетический код Рейвика. Ползун прокапывает проход в планетарной коре. Выходит на поверхность в указанной точке. Инкубатор атакован. Рейвики должны прокопать глубинные тоннели. Защитить улей. А, ну то есть на любой слизи они появляются, то есть и все, но... Насколько это эффективно? К примеру, на базу тирана, как я попаду-то? У него слизи там нет, надо слизь двигать постоянно. Дополнительный пулей под атакой. Нужно защитить. Ну да, если вот так для обороны, да, в принципе, правильно показали, для обороны, то есть несколько ровиков там швырять от базы к базе. Ну я ровиками пользоваться особо не люблю. Посмотрим. Защита ульев прошла успешно. Доминион разгромлен. Нужно подготовить контакт. Давайте их возьмем. Летающие это века. Хорошо, но это опять. В эволюционный отсек. Не совсем то, чем бы мне хотелось. Вот поэтому давайте все-таки генетический возьмем. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Окопавшийся, да. Новый подвид. Все, пусть будут эти ровички. Будем прыгать от базы к базе. Кстати, на них надо невидимость установить. Я не помню, стоит или нет. Так. С Сабатуром не нужно разговаривать. С этим все понятно. Ну что ж, на этом мы закончим серию. С вами был Артем Динамик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, друзья. До встречи.